просто. Фонарик убери. Фонарик убери. Почему? Какого права такое? В 6 утра. А я хотел вас спросить. Фонарик убери, мне глаза слепит. Ну пойдемте на свет тогда, я доберу. Я тебя прекрасно вижу. Фонарик убери. А это ты был там сегодня? Фонарик убери. Тебе какая разница, кто там был? Ты какого права имеешь ходить и стучать? Какого права имеешь? Какого добываешь? Ты что добиваешься? Мы что, тебе летать по квартире должны, что ли? Скажите, ну, как тебе передвигаться должны? Скажите, какая тебе разница, во сколько она приходит и как она приходит? Каким, что ты такими вопросами интересуешься? Скажите, а кто хозяин квартиры? Хозяин квартиры, ее снимают, квартиры. Какая разница, тем более? Скажите, а вот ты задумался над этим вопросом? Вот я не сплю всю ночь, да? Вот вы приходите после трех, и я не сплю. Вам наплевать на это? Ну что сделаем, если ты вам наплевать. Ну вам наплевать на то, слушай, что ты один такой сосед, я смотрю, которому тебе делать совсем нечего, смотрю. Мне нечего делать, конечно. Делать. Ты знаешь, я сплю отлично, когда нет надо мной у вас. И я отлично сплю. И чего нам есть чем делать? Нам теперь не ходить, что ли, я понять не могу. Нам летать по квартире надо, передвигаться каким нам образом надо? Ползать, что ли? Я просто хочу знать, кто мне мешает спать. Поэтому кто тебе мешает? Никто тебе не топает, не прыгает, не специально ничего не делает. Не топает. То есть вы хотите, чтобы я занимался вот этим, вызывал себе домой санэпидемстанцию и замерял это все? Вызови санэпидемстанцию. Вы это хотите, чтобы они мне ночью приходили? Ты девочку не ходи, не пугай. А то в следующий раз тебя придут пугать. Ты что пугаешь девочку? А почему вы мне спать не даете? Почему вы мне спать не даете? Я тебе повторяю. Уже несколько лет это тянется. Несколько лет уже тянется. Несколько лет тебе делать нечего. Несколько лет мне спать не дают уже. Несколько лет. И что из этого? Мы тебе повторяем. Летать тебе должны. Ты с какого момента вот здесь появился? Скажи какая мне. Какая разница, с какого как момента? С какого? Недавно, наверное, да? Я давным-давно здесь появился. Недавно. Я тебя еще год назад помню. Когда ты приходил. А меня уже это тянется 4 года. 4 года я. Или 2, или 4. До этого 4 года мне не ходили, ничего. 4 года мне спать не дают здесь. 4 года. Если бы тебе не давали спать, над тобой бы громыхали. Ты бы как себя повел? Я тебе говорю, мы тебе летать должны по квартире. Ты бы как себя повел, если бы над тобой ночью купи громыхали? Ты бы беруши себе покупал? Купил беруши. Ты бы пришел разбираться к ним. Я тебе повторяю. Ты пришел разбираться к ним. Я тебе повторяю. Мы летать по квартире не умеем. Мы ходим. Не топаем. Мне единственное, что нужно сейчас от вас, это телефон хозяина квартиры. Зачем тебе телефон как хозяина это? Квартиры? Как это? А с кем? Вызывай самоинвестицию, вызывай полицию. Что смотри, делать? Значит, что толком мне разговаривать с вами? Вы же не хозяева. Мне нужен телефон хозяина квартиры, потому что с ним есть смысл разговаривать. А с вами какой смысл? Вы не хозяева. Да с тобой смысл не разговаривать. Ты никак не поймешь, похоже. А, что, ты мне угрожаешь, что значит, я прихожу, пугаю я девочку? Я тебе не угрожаю. Да, а ты пугаешь ты девочку. Пугаю. Да, ты пугаешь девочку. А как мне спать ночью? Ты задумал? Да мне без разницы, ты вот пугаешь тебе без девочку. Разницы. А тебе без разницы, как мне спать? Много лет уже, много лет это тянется уже. Я тебе наплевать, как мне спать, я тебе а повторяю. То, что я прихожу. Ты испугаешь девочку еще раз, я тебя напугаю. Еще раз ты придешь в эту квартиру, а как тебя зовут, и будешь стучать. Тебе не важно. Как не важно? В прямом смысле не важно. Тебе имя мое что-то даст, что ли? Мне и фамилия твоя интересна. Ты же мне угрожаешь я сейчас. Я тебе что, обязан говорить? Ты же мне угрожаешь. Ты, хочешь, чтобы я терпел вот это и не приходил даже к вам. Даже не я тебе повторяю, мы летать не умеем. То есть ты хочешь, мы ходить, чтобы мы как ходили, так и будем. Ты ходить. Хочешь, чтобы я это терпел и даже к вам не поднимался туда, не звонил, не поднимался и не сообщал о том, что вы мне мешаете спать. Ты хочешь ты этого? В 6 утра, ты мне... кто-то в 6 утра мешает спать. Вы сегодня во сколько пришли? Скажи, пожалуйста. Тебе какая разница, во сколько? Как это мне какая разница? Потому что ты ко мне сейчас пришел. Ты меня пугаешь. Я тебе утром прихожу, я тебе бужу утром. Вы приходите в 3 ночи меня это будете. Какая разница? Вот в 3 ночи, с 3 до 5 вы будете. Мы тебя не будем, мы тебе не топчем. Как это вы меня не будете?
То есть вы тут не при чем? Я что, хожу, прыгаю, что ли, там? Значит, смотри, над вами, надо мной, иногда живут нормальные люди. На несколько нормальные месяцев люди? Иногда. Какие они ложатся. Люди? Они ложатся. Над тобой живут нормальные люди иногда, на несколько да. месяцев. Иногда, да. Потому что они ложатся вот не сейчас. В смысле, над тобой живут? Над тобой живут, живем мы. Сейчас вы приходите после трех ночи домой. После трех ночи вы приходите. И? Вы не даете мне спать. Я тебе хочу сказать, что бывают периоды, когда здесь живут люди, которые ложатся спать в час и раньше. И ходят они тихо, и они мне не мешают. Я тебе хочу сказать, что для сравнения ты можешь понять, что... А вы приходите после трех, и ты хочешь сказать, что ты ни при чем тут. Ты тут ни при чем. Ты меня не будешь. Тут никто никого не будет. Тут никто никого не будет. Приходите после трех ночи домой, в три, в четыре. Да? И я не могу даже к вам подняться и позвонить. И ты мне говоришь, что если я еще буду это делать, ты меня пугаешь, ты мне что-то тут накажешь мне за это, да? Да, я тебя накажу. За то, что я? Я тебя за накажу. То, что вы меня разбудили. Ты утром приходишь и пугаешь. А вы меня? Я утром прихожу в 6. Я прихожу в 6, а вы приходите в 3. И что, тебе надо в 6 часов идти? В 3 ночи. В 6 утра надо идти, звонить, где? А во сколько мне идти? Ты что, по полчаса я стоишь? Я всю ночь не спал. Ты что, по полчаса стоишь, звонишь, где? Стучишь. А потому что мне хочется знать, что кто меня будет. Потому что я тебя бужу. Я тебя бужу. А почему вы не открываете сразу? Потому что меня не было сегодня. Я уехал, побудил тебя до трех часов ночи. А, меня ну, там во не сколько? Было. В 5 уехал, какая да? Какая разница, во сколько я уехал? Я тебя бужу. Я тебе ответил на твой вопрос? Я. А хозяина квартиры я могу найти? Не можешь найти. Почему? Потому что. То есть мне мешает спать, и я не могу найти хозяина квартиры. Тебе нужно? Ты ищи. Тебе кто будет докладывать хозяина квартиры? А? Нет, ну слушай, это вообще... Что вообще? То есть смотри, вы меня будете ночью после трех, так? Я не могу прийти к вам наверх даже это постучать. У тебя, наверное, после трех бзык какой-то случается. Последние... Слишком слухаться. Последние два месяца, последние два месяца. И? Постоянно ночью шум. До этого не было, до этого было редко. Последние два месяца вы, это вы постоянно, скажи мне, ты постоянно приходишь или это другие люди? Я тебе сказал, я тебя бужу. Постоянно? Я тебя бужу, постоянно. Я летать потому что не умею. А почему ночью надо ходить? А какая разница, мне что кто-то запрещает, когда мне что ходить? А как мне спать-то? Как мне спать? Как мне работать на следующий день? Это не мои проблемы. Как мне работать, как мне общаться на следующий день? Это мои проблемы, а вы тут ни при чем. Мы тут ни при чем. Совсем ни при чем. Никто не запрещает ходить в три или во сколько, без разницы, часов. А мне так что делать-то? Мне что делать? Купи беруши. Беруши. Ты бы купил беруши, если тебя бы... Я бы купил беруши, если бы... Ты бы купил беруши. Ты бы пошел разбираться наверх. Но если ты не можешь разобраться, то я тебе сказал, я так буду ходить, что? Я так и буду да, ходить. Ты и будешь ходить. Я и буду ходить. Разница между нами, что ты можешь разобраться, а я нет. Правильно я буду понимаю? Ходить. Я тебе ответил на твой вопрос. Я буду ходить, как ходил, так и будешь ходить ночью в три, после трех. Какая ночью? Разница, во сколько я ну как прихожу? Какая разница? Какая разница, во сколько вы меня будете, я не могу спать из-за вас всю ночь не могу из-за вас спать. Мне без разницы, во тебе без разницы, что я не могу из-за вас спать. Да, мне без разницы, я тебе ответил. А что ты меня тогда пугаешь, что я к вам хожу? И по этому поводу возмущаюсь. Я тебе сказал, если ты не можешь, какого толка ты ходишь-то? Что не могу? Что ты постоянно ходишь? Что не могу? Ты ходишь и ходишь, и ничего не добился. Я как ходил, так и буду ходить. Что ты предлагаешь мне сделать? Что ты предлагаешь мне сделать? Я тебе предложил, купи беруши. Ты бы покупал беруши? Я тебе отвечал уже на этот вопрос сколько раз. Ты бы не покупал беруши. Ты бы пошел разбираться наверх. Я тебе ответил на твои вопросы. Я как ходил, так и буду ходить. Без разницы. Что от меня надо сейчас? Не приходи по утрам и не стучи. А вы не приходите ночью. Если ты будешь приходить ночью или кто-то, нет. Я буду приходить по утрам. Ну ты смотри, что потом-то смог бы потом приходить по утрам. То есть ты мне угрожаешь, что со мной что-то сделают после этого? Правильно я понимаю? С тобой никто ничего не сделал. А я с тобой сделаю. Что ты со мной сделаешь? Ты приди утром и увидишь, что я с тобой сделаю. А что конкретно ты со мной сделаешь? Ты придешь утром и увидишь. Молодой человек, вы что буксуете?
Вам какая разница? Бери заявление, пиши в милицию. Ты что буксуешь-то стоишь? Вы мне не даете спать ночью. Кто тебе не дает спать? Она одна там живет. Кто тебе не После дает спать? После трех мне не дают спать люди. Как тебе не дают спать? После трех вы приходите. И вы чё? Приходите после трех. Да хоть в 5 утра придем. И что дальше? Я тебе повторяю. Разница какая? Что? Летать никто не умеет. Я как ходил по этой... Почему вам наплевать, что я не могу спать из-за вас? Почему? Ты адекватный? Естественно. Ходи и оглядывайся. Пошли. А что вы сделаете? Скажите, пожалуйста.